Настал твой час. Едем со мной в большой и перспективный мир и совершим там великую историю, нашу историю. Вы не представляете, как я рад быть с вами и помогать Советскому Союзу. По завершению миссии отправимся искать твоих родителей. Поезд, ты как? Нормально все? Вы уже по-любому не доберетесь до завода. Thank you.
аккуратно. Занимаешься безумством. К чему тебе эти необузданные чудовища? Я знаю, что ты на меня злишься. Но что решено, того не отменить. Восстань! Воин. У одного бойца один мой дух, а у тебя их десятки. Оставайтесь здесь, если не хотите, чтобы она вас испепелила. Сейчас должна думать. Отвечай! Я тебе уже говорил, он на важном задании в третьем измерении. Скоро ты его увидишь. Ты мне лжешь! С тобой должны сосредоточиться на нашем деле. Это превыше всего. Если у нас сейчас все сорвется, то ни мы, ни наш сын, ни все жертвы, что мы принесли, не имеют никакого смысла. Соберись. Скоро твой выход. А сына ты увидишь. Все, как и в прошлые разы. Как тогда. Быстро. Метко. Точно в ракету. Ступай. Сделай, что нужно. Я не хочу с ним пересекаться. Всемилостивый государь, всемилостивый государь! Менделеев бросил полк и поехал один вперед! Безумец наш государь! Какая дуэль! Он за всю жизнь пару раз стрелял только! Зовите вашего владыку, я с ним драться приехал. Thank you.
Альфа! Уезжай! И сразись со мной в честном бою! Снова! Ваш слуга прибыл по вашему вызову, владыка. Езжай к восточному вулкану и нейтрализуй скопление падших ангелов. При всем уважении, владыка, мне кажется, у нас куда большие проблемы с Российской империей. Российская империя отвоевывает один за другим регион Европы. Да, ты прав. Отправляйся в Чехословакию и окажи сопротивление. Жду регулярно.